Здравствуйте, коллеги. Retail.ru, наш пресс-центр, продолжает свою работу. Мы на выставке ProDexpo 2021. У нас новый спикер. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут и какую компанию представляете? Василий Новоселов, компания «Регион К», Ханты-Мансийский автономный округ Югра. Расскажите про свой продукт. Продукт у нас натуральная экопродукция. Это в основном продукция из дикорастущих. Все, что произрастает в Ханты-Мансийском округе Югра, это ягоды, грибы. Мы производим сбор, заготовку, а потом делаем более глубокую переработку и представляем уже нашим контрагентам. Расскажите, вы на нашей выставке впервые или уже бывали у нас? Нет, на выставке ProExpo я уже бывал еще до пандемии. И сейчас с удовольствием участвуем после долгой паузы еще раз. Да, расскажите о производстве или расскажите, насколько натуральны все эти продукты, потому что, может быть, у вас усилители вкуса, может быть, какие-то специальные химические средства, позволяющие выращивать такие красивые продукты. Чем оригинален наш продукт, чем лучше наш продукт по отношению, может быть, некоторых компаний, тем, что это все произрастает в дикорастущем лесу, в сосновых барах. И при производстве продукта мы не используем никаких усилителей вкуса, ни добавок. Классика, вода, ягода, сахар, грибы, сушеные грибы, они вообще практически не проходят никакую обработку, только теплый воздух, и в итоге получается просто эксклюзивный продукт. Прекрасно. Скажите, чего вы ждете от выставки? Вы хотите усилить свою зону влияния или как раз познакомиться с ритейлами федерального масштаба? Мы уже компания, 15 лет нашей компании, и на сегодняшний день мы хотим расширить географию своих поставок как по России, так и за рубежом. И эта выставка нам дает дополнительные контакты с реализаторами, кто занимается продажами продукции. У нас за эти 2 дня довольно-таки было много подходов к этим вопросам. И после выставки мы будем делать анализ, с кем пообщаться в дальнейшем. Прекрасно. На выставке принято удивлять. Скажите, что вы привезли к нам? Какой-то, может быть, новый продукт или, наоборот, продукт, который уже давно-давно снискал свою славу, и вы его преподносите в какой-то новой упаковке? Одно из новинок у нас, она как бы несколько лет существует, но в России он не очень-то представлен. Это, например, шишка, цукаты из сосновых шишек. Это натуральная сосновая шишка, которая проходит определенную обработку. Эту шишку можно кушать, она не только вкусна, но и очень полезна. Цукаты из сосновой шишки, шишка-мармеладка, знак под брендированием таким, будем так говорить, продается. Она очень востребована. Прекрасно, я надеюсь, что этот полезный натуральный продукт скорее в ближайшее время завоюет сердца наших покупателей. И я желаю вам удачи в поисках контактов для расширения вашей сферы распространения вашего товара. Спасибо огромное. Вам спасибо.